Так, у нас игрок Горизонта Павел Опет. Всем привет. Паш, слушай, ну 6-8, да? Да. Слушай, хорошее начало у вас было, но в конце чего-то не хватило вам. Пару слов по игре расскажи. Ну, столб у них вот который... Номер 8, да? Да, вам очень... он, конечно, развернул всю команду. Ну, по сути, там, ну, как бы, процентов 70 он игры, наверное, сделал. Он и меня раза два там на жопу посадил, даже больше. Не только меня, ну, вся четверка полностью. И четверку, и первую, и вторую, и мы вшестером играли. Ну, как бы, сложновато вот. А так, слушай, я думаю, ну... первых минут 10 мы нормально играли, ну, я так считаю. Первый тайм так точно, первый тайм так, ну, точно. Ну, не первый тайм, первых минут 10, потом вторые, как бы, уже вот пошли, то теляпы, он там и пустыни забил еще пару. Да, ну, были моменты. Ну, вот. Кто? У вас. Ну, не идет, ну, штанга, это, я не считаю, как бы, это, ну, момент, ну, такой себе. Так, ну, какие вообще есть комментарии, как ты думаешь, почему так произошло? Чисто ты списываешь на то, что вот восьмерка у них сделала игру? Да, ну... Может быть, что-то не хватало? Не только он там, но у них такая команда... Я как бы особо не следил за ними, но они такие нормальные, такие пацанчики хорошенькие. Борются. Под четверку они вообще как бы... Ну, никто не ожидал от них, честно. Я думаю, если там как бы... Они сначала и шли вроде как бы... Ну, и шли они... В серединке. В серединке, а потом они всех вылезли. Они тоже не только нас выиграли, два раза нас выиграли. Да. Два раза нас выиграли. Да, вот. И получается, что? Сколько там сейчас? 50. Они догнали. Нет, получается, еще 4 или 3 очка до нас там. У нас с Борисом будет дышаться. Немного, короче. У нас с Борисом, если мы с Борисовым ничего играем или выигрываем, то да, получается, у нас сколько? Мы на третьем остаемся. А Звезда на четвертом. Феникс нас не догоняет никак. Феникс уже, наверное, ну, там, да. Мы или там 5 четверка. Очков вроде бы остается до Звезды, я смотрел, что-то такое. Я, ну, просто есть... не помню, сколько у нас со Звездой. 6 или 7, я не буду. Вот я тоже не помню. 58 вот у нас или сколько там, я не помню. Просто что, если с Борисом будет еще решающая игра, на самом... ну, как бы за тройку. Третье место и четвертое, разница есть, на кого подать. Ну, хотя, в принципе, можно играть со всеми. Надо играть со всеми. Пишет Усманов, что вы готовились с Амкалом в 1-4 играть. Так, а сейчас по какой? Это 3-6 попадает? Слушай, я, честно говоря, не знаю. Я сам не понял, что там вообще как-то не будет. Там получается как, с 1 по 4 сразу выходят, а с 5 по 12 у них стыки. Ну, а если 12 и 5 выиграют? Ну, вдруг там, теоретически. Туда как? 12, он, ну, ты Милович говорил, что как-то там, типа... там не будет, мы не попадем на 12 место. Звезды сейчас 55, у вас 58. Ну, 3 очка. А по личным встречам... С кем Звезда последний тур играет? А Звезда... Подскажи, Дима, может быть, кто-нибудь подскажет, с кем Звезда там играет на последнюю игру в 30-м туре? Ну, все равно, там же будет... Ну, тогда, получается, они могут быть и на третьем месте. Ну, по личным встречам они выиграли 2 раза. 4-2, да. И сейчас... Да. Нам надо с Борисом ничего в минимум играть, чтобы третье занимать. Да, да. Ну, смотря, с кем Звезда играет. Там еще вопросов будет, ну, как бы... Может, Звезда... Не, ну, надо рассчитывать на себя, потому что... Ну... Только от нас все зависит. Третий или четвертый будем заниматься. Последняя игра у вас в четверг, наверное, да, скорее всего, будет, как обычно. Четверг, да. 21:40. Ну, хорошо, ладно, посмотрим. Спасибо большое за такие слова. Это был игрок Горизонта.